Всем добрый день, дорогие друзья! С вами Октябрина Ким. Я с Казахстана, мне 62 года. Хочу сегодня вот показать, что я приготовила на обед себе. И, конечно, хотелось бы сказать, что у нас в компании Nadion Global Ирина Хан и Хан Виталий объявили марафон. Марафон стройности. Это с 1 апреля, но я уже начала, следую за президентом нашей компании. И вот, с утра почистилась, выпила стакан соли, приготовила кашу на воде, из 5 злаков у меня каша, салат капустный, тоже по рецепту, который нам давала Ольга Васильевна. Ну, в общем, соль добавляла, конечно, нашу тоже, пищевую соль. Будем пробовать, что у меня получилось. Вот такая каша. Здесь у меня фасоль, рис, перловка, затем, что я положила? Перловка, а чечевица здесь у меня. И два вида у меня здесь. Белая и красная фасоль. Вкусно получилось. И салат тоже бланшировала. Салат тоже очень вкусный. Ну, присоединяйтесь. Наш марафон. На ужин тоже будет эта же каша у меня. Мой рост 1,51 м. Вообще маленькая роста. Но вес мой 57 килограмм. Я считаю, что это очень большой вес для моего роста. Поэтому я присоединилась к марафону. Хочу скинуть 5 килограмм. Но если получится, еще больше. Будет классно. Всем удачи. Пока. Сегодня 17 марта 2021 года. Присоединилась к марафону. Мой вес сегодня 57 килограмм.